Вы смотрите программу «Ежедневно» на канале Сэмбери, и я Степан Бирюков. Первое. Нам необходимы более высокий темп работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации. Это касается не только вот, непосредственно специальной военной операции. Добрый день. Товарищ тренировки привлекающие. Подвижный грунтовый ракетный комплекс. Ракетный поезд стратегического назначения. Это была программа «Ежедневно» на канале Сэмбери. Подписывайтесь на все ресурсы ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, Рутуб и Яппи. Я не прощаюсь. До встречи.